Всех приветствую, дорогие зрители и подписчики. World of Online снова с вами. Сегодня у нас в гостях уже известный вам корабль Михаил Ломоносов, типа Тайфун, класса линкор. Мы продолжаем фармить в регионе Providence. И вот одно такое преимущество фарма конкретного типа Неписи, в отличие от миссии, не нужно постоянно перетанковываться. То есть ты вот один раз затанковался, и вот других каких-то резистов тебе не понадобится совсем. Давайте я вам расскажу, что вообще происходит, что поменялось. Потому что если вы смотрели мои предыдущие видео об этом корабле, вы должны были заметить, что у меня поменялся фит. Значит, что поменялось у меня в фите? У меня остались все та же пусковые установки, все те же фьюрики, но у меня поменялись дроны. Вот я прокачал. Т-2 хэви дронов. И я надеюсь вот ими сегодня повоевать. Урон, надо сказать, со 160 возрос до 200. Или со 180, ну, все равно так ощутимо. Приятно. Вот второй момент. Я уменьшил радиус взрыва своих ракет за счет трех вот таких модулей. Это Missile Guidance компьютеры со скриптом Precision. Precision уменьшает радиус взрыва ракет. Напомню еще раз, что радиус взрыва ракет — это ключевая характеристика, которая определяет, какой процент урона от взрыва ракеты будет нанесен вашей конечной цели, уже с учетом резистов там и всего прочего. Чем меньше радиус, тем точнее будет попадание, тем больше урона получит ваша жертва. Вот. Что у меня поменялось еще? Я поставил более профильные резисты. Я погонял другие корабли и заметил, вот благодаря вот этому модулю в первую очередь, что основной урон, большая, самая-самая такая ощутимая часть, приходится именно на электромагнитный урон. На термический урон, ну, редко-редко вот эта штуковина переключается. В основном он как раз вот все 60 своих процентов дает именно на электромагнитный урон. Соответственно, я поменял фит. Я поставил два EM-ных резиста и поставил на всякий случай один реактивный армор Хардена. Возможно, он вообще лишний будет, и мы легко без него обойдемся. Черт его знает, но надо посмотреть. Значит, что еще вам сказать? Капостабильность у меня достигнута за счет двух капричарджеров, два капаситор-контроль модуля. Значит, они так же самое, как капричарджеры, увеличивают скорость перезарядки конденсатора. Мы достигли капостабильности на 3%. То есть конденсатор у нас ближе к середине там миссии или чего-то начнет пищать, что «Товарищ, что ты творишь? Что ты творишь? У тебя сейчас кондер сядет». Вот. На крайний случай, я думаю, что вместо вот этой вот ерундовины или вот этой ерундовины можно поставить модули на докачку конденсатора и таким образом немножечко увеличить его капостабильность. Возможно, вы там поставите, не знаю, какой-нибудь модуль паразитной подзарядки. Да, ну, вариантов очень много, что можно поставить на самом деле. Вот, вы выбираете самый удобный для себя, а я пока выйду из стока и посмотрим, чего у нас получится сегодня. Итак, на санктумах, нескольких хевинах у нас там кто-то тусуется, поэтому пока не судьба. Ой, близко, ой, близко, сильно близко. Давай-ка назад. Странно, прыгал на 30 километров, но вот в упор подошел. Хорошо, что ж поделать. Выкидываем дронов. Вот, пока мы стоим, значит, давайте я вам покажу, что делают наши компьютеры. У нас было, по-моему, 330 или что-то такое при ригах. Или 390. Вот, не помню, если честно. Включаем компьютеры. Сейчас было 493. Стало 293. То есть радиус взрыва так ощутимо уменьшился. Давайте пробежимся по резистам, пока нас не начали бить. Значит, базовый резист EM, самый важный для нас, у нас 60%. Включаем ерунду. Так, Анна хочет... Нет, извини, сейчас нет.
Так, и давай-ка включим вот этот модуль сейчас. 91, 93, и я думаю, в итоге допрыгнет все-таки до 95. Посмотрим, как на самом деле будет, но я думаю, что вполне себе дойдет. Так, можем начать уже включать ремонт брони. Нас не сильно бьют. Так. Так. Все, нам начали бить по броне. Сейчас посмотрим, как поменялся наш вот этот вот суперский резист. 94%, да? Не 95%, но все равно немало. И, по-моему, все-таки часть уж уходит еще на термо. Защиту. Давай посмотрим. Термо 30 и ЕМ 30. То есть нас бьет пополам термо и ЕМ. Все. Держись на текущей дистанции. Вообще не парься больше. Ну, пока это не та волна, скажем так, которая могла бы как-то серьезно продавить, как-то ощутимо навредить по 30. То есть все-таки вот термический резист нужен. Как троны разобрали всякую мелочь, если честно, я даже не заметил. Ах, да, чуть не забыл, надо же ерунду выкинуть. Трактор. Save location. Смог единица. Все, окей. Ну, урона какого-то, вреда не чувствую вообще. То есть, что бьют нас, что не бьют. Совершенно параллельно. Так, сейчас что-нибудь поменялось, типа урона. Не, а все еще 30-30. Ну вот я был в этом, скажите мне, как он называется, в Санктуме. И вот как раз в Санктуме у меня и все 60% как раз и были направлен на EM-резист. Thank you.
О, тут еще и Трус Санша. Ну, вообще замечательно. Я-то думаю, что меня бьют так больно? Потому что здесь Трус Санша. И куча дредов. Дреды очень опасные и очень болючие. Отстреливать я буду, наверное, сначала дредов, потому что их убивать немножечко быстрее и проще, чем Трусанша, и количественно я их сокращу быстрее. Хотя Трусанша, нет, наверное, Трусаншу все-таки я буду убивать, потому что он немножко ближе ко мне находится, и, скорее всего, по этой причине он так больно меня бьет. Блин, Трусанша — это хорошо, прям повезло мне. Сейчас еще грохнем этого на майку и что-нибудь вкусное выпадет. Будет прикольно. Не-не-не-не, даже не пытайтесь убивать. Нет, очень долго вы будете убивать. Девятнадцать минут. Ну, до рекорда этого Снейка, конечно, не дотягивает никто. Это Снейк — это монстр, истребляющий небесь. Это фармящее чудовище. Но на него копите, 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 к сожалению. Сколько тут? Миллионов 300-400 стоит. Ну, где-то соточку лозов опять. Чуть я отвлекся. Ну, 21 миллион за тик капает. Плюс сейчас еще вот это вот Трус Санша чуть вкусно выглядит. Галактик патрол. Все, патроны на базу. Надо думать, что все-таки вменяемый пилот. Да, нейтралов не то чтобы любят. Патрол, так, все, нейтральчиков добавили на бок список. Все. Так, на миссии у нас ушло, ну, где-то 19-21 минута с учетом дороги. То есть, в общем-то, делается быстро. Сейчас фигня закончит сбор, и я, ну и посмотрим, что там можно из этого выдавить дальше. Я пока поищу на Санктум, посмотрим, что из этого получится. И увидимся уже на Санктуме в следующем видео. До связи!